В минувшее воскресенье в нашем городе прошло первенство Новосибирской области по чирспорту. Соревнования не только дали возможность посостязаться, но и стали большим праздником для поклонников этого вида спорта. В рамках первенства состоялся фестиваль «Очарованные зимой». Что такое чирспорт? Специалисты характеризуют его так. Это танцевальный вид спорта, включающий хореографические и акробатические элементы. Спортсмены говорят, это пластика в сочетании с серьезной физической подготовкой. В спортивном комплексе «Вега» собрались более 300 танцоров-акробатов. Это мотивация для ребятишек. Всегда это медаль, победа. Ну а для профессиональных спортсменов это уже билет на чемпионат России, потому что сегодня формируется наша сборная Новосибирской области, которая представит нашу область на чемпионате России в Москве. В чемпионате участвуют 13 команд из Новосибирской области, а также из Новокузнецка и Барнаула. По нормативам в первенстве выступают спортсмены от 8 лет. Верхнего возрастного предела нет. Самому старшему из сегодняшних участников 35 лет. А вот в рамках фестивальной программы на площадку выходят даже 4-летние малыши. В составе почти каждой команды есть мальчишки и парни. Потому что здесь самые красивые девушки. Во-вторых, это действительно испытание на верность друг другу. Здесь обретаются действительно настоящие друзья. И надо полностью доверять друг другу. Только тогда ты сделаешь все элементы и все пирамиды. Бердск представили известные многим по городским мероприятиям команды «Акулы» и «Пчелы». Очень такие масштабные соревнования и очень много конкурентов, но все дружные. В соревнованиях по чирспорту большое разнообразие дисциплин. Это чир-джаз и чир-хип-хоп, чир-фристайл и чир-станд. В зависимости от преобладания элементов, акробатических или танцевальных. Все дисциплины подразделяются на несколько категорий, в зависимости от количества участников конкретного выступления. Сегодня первый раз выступали девочки в двойке, дисциплине чир-фристайл двойка, и заняли первое место. Выступали станты, 6 стантов, то есть первый раз у нас такое количество большое выступало. То есть, если ты из своей команды, мы выбирали, кто судьи брали посильнее. Обе бердские команды выступили успешно, показав отличную подготовку. По итогам чемпионата наши ребята в различных дисциплинах завоевали 8 первых мест, 7 вторых и 3 третьих. Ставшие чемпионами бердчане выступят в составе сборной Новосибирской области на всероссийском чемпионате, который состоится в Москве в феврале месяце.